На рассмотрение членов постоянной комиссии по местному самоуправлению и государственно-правовым вопросам областного маслихата вынесено 10 вопросов. Первый из них – отчет областного акимата по исполнению бюджета за прошлый год. В 2016 году бюджет был исполнен на 99,9%. Из 484 миллиардов 726 миллионов тенге было освоено 484 миллиарда 467 миллионов. 218 миллионов из 259 миллионов были не использованы по объективным причинам. По субъективным причинам, из-за того, что вовремя не были проведены конкурсы по госзакупкам, а также за счет неисполнения обязательств подрядчиками, было не освоено 40 миллионов тенге. Эти денежные средства в основном были не освоены. 24 миллиона управлением сельского хозяйства, 10 миллионов управлением здравоохранения и 3 миллиона областным управлением строительства. К чиновникам, которые допустили неосвоение бюджетных средств, применены административные меры. Руководитель Шардаринского районного отдела ЖКХ Оспанов, заместитель руководителя Туркестанского городского отдела ЖКХ Оразбеков и главный бухгалтер Тулебийского районного отдела образования получили выговор. А 5 чиновников, начиная с руководителя управления предпринимательства Карабаева, его заместителя и 2 руководителей отделов, а также руководителя отдела образования Тулебийского района, освобождены от занимаемых должностей. В отчете ревизионной комиссии также была дана оценка исполнению бюджета. Как было отмечено в предыдущем отчете, по субъективным причинам в прошлом году не были освоены 40 миллионов тенге. Допущенные ошибки касались планирования расходной части бюджета, а также невыполнения 35 бюджетных программ. Долг в 663 миллиона тенге был возвращен республиканскому бюджету. За счет этих денег по 6 договорам основные денежные средства по кредитам были полностью погашены. Шанар Оразова, Амантай Ульбеков, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».